Семью, в которой приемная мать сломала ногу ребенку, органы опеки считали благополучной. Чиновники сообщили нам, что на протяжении ежемесячных летних визитов в семью, где в общей сложности воспитывалось 7 усыновленных детей, все указывало на заботливое отношение. Условия удовлетворительные. Площадь жилья 260 квадратных метров. Ремонт, дети ухожены. У детей есть все необходимое, поэтому при постановке на учет вопросов по проживанию, по обслуживанию у нас никаких не возникло. Районные органы опеки рассказали, что следят за семьей, история которой шокировала жителей края с июля. До этого семья жила в Заринске и относилась к городскому округу. В органах опеки города, сообщили сотрудники, замечаний к приемной матери никогда не было. При этом известно, что женщина долгое время работала в отделе народного образования и уволилась, когда стала многодетной матерью. Работает ли она сейчас, неизвестно. Никто из ее нынешних соседей ничего о жизни семьи не знает. До конца следствия 6 детей будут находиться в Заринской больнице. Еще одного, которому приемная мать сломала ногу, скоро отправят в детский дом. Подробнее о жизни детей в семье с особыми правилами воспитания расскажем в ближайших выпусках.